Так, всех суманул. Вам... Спикастрий, спикани с танка на трэш пока. А, смех в том, что вы Тосмана на гаджета поменяли, вот это рофл или чё? Подожди, я сейчас просто... Тихо, а кто гаджет? Мидуртини, это его ДК. Ладно, берём хули. Подожди, я сейчас спрошу у Васи, подожди, может он поможет. Поприятнее будет. А кто нужен, он спрашивает. Не хватает только Адалану какую-нибудь еще сюда. Давайте Неликса возьмем. Кто нужен? Танк, ДД, Ахилл, кто нужен? Кто-нибудь один отвечайте, мне очень важно. Я сам сейчас начал. ДД. ДД. РДД. Поправочка. А тут можно делать что хочешь, тут ГП не дают, да? Пизды могу дать. Здесь не, ну, дают. За самые жесткие косяки у нас есть кому дать ГП в этом рейде. Так. Кинь, пожалуйста, Сереже ассиста. Субаси возьмет, если он шам... Пока не могу. Вылететь. Вообще у тебя ассист есть. Я просто не в ГРЗе. Не помню. Так, нет, онлайн. Тем он же тут не обязателен, да, можно и в дестрике. Нет, онлайн сейчас напишу. Где япончик? Захожу, шаманом сейчас буду. О, спасибо. Где япончик, я не помню. Это ж насколько великая удача Тосмана на гад. Удача. Япончик что, просто ушел или что? Не, ну Тосман тогда очень грязными словами, это было некрасиво, и он до сих пор не изменился, это КЗ, это тоже этот комплект. Так, блин, если от него целая гильдия ушла, как ты был? И тем более, да. Блядь, надо было, короче, гаджета вместе с Тосманом оставить в одном дискорде. Что-то было бы весело? Я думаю, да. Думаешь, они бы подружились? Угу. Прям у нас бы в дискорде потрахались. На радость толпе ликующей. Сереж, возьмешь? Или Вась? А, ты мне плюс они на приста, помнишь? Я же добрый, нормально. Меня прогружается почему-то на присте очень поздно играть, я не знаю, с чем это связано. Причем как и на X-Feral, так же как и на Хилботе. Значит, какие-то желающие там появятся с гильдии. Да Гуанжету возьмем, вам что, жалко, что ли? Все равно дискорд идет. Подамажит молча, съебнется. Давай, давай, патруль. Адмирал. А. Ты тут давно сидишь? Ковер кто это? Не какой-нибудь не гаджет, надеюсь? Какой-нибудь не гаджет. Бедный гаджет, а? Вот если бы он не после Тосмана пришел, а просто пришел, никто бы так не хуесосил. Все проблемы из-за Тосмана. Не знаю. Да он на самом деле не этот, то, что он одно время хамил. Причем так приличный. Кстати, а у меня вот такой вот вопрос, раз я сейчас понимаю, там цифра гильдии была. А почему на одежду гильдии Молдазара? Чего?
думал, Дазар где-то уже. А ты у Малдазара не узнавал эту информацию напрямую? Ну, он сказал, что он был слишком хороший, и мы завидовали. Он прав. У нас нет другой теории. Мы тоже так считаем. Что он для нас слишком хорош, поэтому пусть найдет гильдию получше. У него и юмор лучше. И закончили на этом. Профессиональный троллинг, как он сказал. Профессиональный троллинг. Руфлинг. Ну, пачку забирайте, я командирую тебя. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Почему-то забаганный такой чёрт. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Гастри, ты же копию оттанчишь? Он шел как дуды. Ну ладно. Ветер, ты где здесь? Йот, он отыскилованный. Ладбоша оттанчит. Ладбоша... Кладбон это ветер? Кладбона. А, ветер это кладбон, я просил. Да, его можно попросить потанчить, но ненадолго. Моба, забери час минут. Ну ты ветер копию тогда потанешь какой-нибудь. Да, ну, конечно, ник у тебя пью, это вообще зачет. Эри, взя танки агрессора, заберите с меня, ёпта. Ковер. Да не, 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 не запорачивайся. Ну если. Порачивайся. Если вдруг мы обосремся, то там можешь взять, конечно, показать вас. Лага уже обосрал. Же на Варе играет, а у Вара же ротат. Эй, волшебник, ты там вечером в рейд пойдешь? Волшебник. Что ты намечаешь? Ты в рейд вечером пойдешь или нет? Драка, драка, драка. Рейд, говорю, пойдешь вечером? Готовься. Судетский бассейн с грязью. Я тебя, конечно, интересный в каминор конфликт. Не закину, как ты меня, но я что-нибудь другое придумаю. Ча, погоди, холли хорси. МП-5 не дашь, как обычно. Ча, холли хорси, просто порешаем. Без Е. Смотри, Фарада, в рейде будет эпигастрий. Я его подговорю, мы что-нибудь вдвоем с ним сделаем с собой. Давай, будь в РДД. Сейчас бы двум паладинам что-то делать. А-а-а, блин. Не эй, эпигастрий, там боб не надо давать. Там будет более матерая схема. Диван может давать. А еще сальву по КД, я ж вообще злюсь, когда мне сальву кидают. Алиастра, ты в Дисе? Хант. Алиастра. А у нас что, в вечернем рейде же на пульте? Ща напишу, зайдет. Главное, чтоб мне диваны не кидали. То я вчера помню. А что ты имеешь против диванов? Ааа, Пегастри! Зачем ты его кинул? Умеет. Да я угораю с этого описания, блядь. Вчера попы мне кидал по КД, теперь будут диваны, да? У этого, у Йотуна, блядь. Получил пизды, способность божественного вмешательства. Кто его уебал, хуй знает, нахуй. А тебе, Эпигастра, тебе бафы там можно не давать, да? Ты все равно будешь по КД мне диван кидать и боб. Давай, Войт, кидай. Тихо, ставьте шкаф. Нет, плавать. У меня так реги закончится, что-то. Шкаф. Куплю еще, да. Я вчера помню, блин.
прикольчики. Ну. Войт не нашел танков всех на иллюзии. Тыкните шкаф. Да. Кто это сказал моим голосом? Ну, похож. Не выйду. Это. Лапните, пожалуйста. Ты в Диси, нет? Последнее тело смотрит. А чего у нас? Холипал, ты будешь правосудие света кидать или можно смело его использовать? Смело можешь использовать. Короче, я вроде как суманул шамана. Я что-то долгий отчет. Будьте внимательны, один паладин мне все время диван стрелит. Ну он просто хочет тебя уложить, не переживай. Флирт. Уже этой фразочкой троллить будет. Опять скажешь, что это простое человеческое общение? По-моему, это подкат в духе Дёрга Девы. Дёрга не засасывай. Дёрга не девочки за диван. Тебя, я тебя убью. Ну все. ДПС нет, нет? Робот, блин. Метров 100 дышит. Да не, развлекайся, кидай дела на тебя. Так, значит, ветер у этого... Ну, я не знаю. Ну, давай в танк, а ты чисто на подстраховку. Короче, ветер на 66 твоя копия. Вот тут танчи у правого дерева, звездочка. Последняя копия пью будет. А и Пегастри пью подстрахуешь, если пью сдохнет. Ебать, ну и ник у тебя. Вот. Тут-то ливнул. Какой-то петух. А можно интеллект и лапку бахнуть, пожалуйста? Можно. Лапку вижу, интеллект. Спасибо большое. Бахните кулак, пацан. Коровым кулак. Это самое, милики не бейте, как копии появятся, там танки их отведут, огромно берут, можете их будет побить. Может только какой-то топовый милик, типа Грудхара или Дархавка побить. На Дархавках катах, что Грудхар можешь побить босса. Вот. Блин, почему? Ладно, пуляю. Цирк приехал. Трэш идет, осторожно, не так выйти. Сервак, где-то параша стакалась до 1000%. До 1000? Двое сильнее страдания. Ну там вообще жесть. Типа 2-4 тысячи. Вырастал выше деревьев, короче, боссы. А там тактику люди соблюдали.
пока дискорд. Мне срок, кстати, очень побивает прилично. Я дала ему зубы, но все равно прилетела на пол хп. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошло. Да, стрельбок подкатился, я вижу. Бля, нам тут точно лук демон нужен. Все, ветер, можешь в ДДшника побегать в ДДшника. Да, мне чисто надо было мэни на этого петуха. Подстраховка. Можешь сейчас в ДДшника прыгнуть. Сейчас, секунду, у меня квест надо здесь дать, и я к вам прибегу. Это круто, конечно. Его ж потом не сдать, кажется. Это кто говорит, пью? Да. Хуй знает, после убийства Халеона все сдается вроде как, не? Там килл на квест на килл Халеона дается. А, ебаный свет. Ну так как ты танк, блять, давай побыстрее. Болтает хранительница. Сука. Ну перед, блядь, Халеоном, знаешь. Да, стекло, пацан. Давай мы так убьем, нет? А как он забежал с этой стороны, блядь, там ж мобы стоят. Я не забежал. Вот, а чё, замерный урон тут, не тут, на боссе. Замерный урон. Сейчас Пюда бежит. Замерный урон тут и на боссе. И все складывается и делится на коэффициент. Про товара, блять. В утрине по урону, что ли, делится? Ну да. Какой из халов бафает кулаки? Так, эпигастри, бафаешь кулаки. Холипал, молодик, раз. Бафаешь кресты, пью бафаешь прота, мэни бафаешь каски. Заебись, придумал, да? Чек на пол. Эпигастри, дай кулак нормальный. Колка. Блять, да. У тебя регов что ли нету? Дай на 30 минут. Сволочь. Вот джипсы поставил, джипку потерял. Сейчас на пол протолк. Да ебать, вы хоть бы присумой на госуку 10 раз написал в чат. Давай я тебя отдам. Сейчас сумнем, кстати. Зашли. Не беги, стой, с нами. Почта есть у кого-нибудь? Вот шука. Блять, зачем я Пегастри спросил? Он же говорил, что шмат банки один хуй ему говорю, блять, страховка. Что, девочек голос не берешь, что ли? А? Да я у Пегастра. Он у меня уже 20 серебра спиздил, падла. Ну это залёт. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Я тебе предложила голд, не взял. На Сережу забрал. 20 серебряных. Жухня.
А Триньку роли топ сколько? Топ 5 или топ 3? Топ 7. Топ 7. Чари ловно, секунду. Мама. Цитаты великих? Давай рыбку поставлю. Ох уж, главный высокопарный сленг Варкрафта. Там слева рыба, если кто голодный. Хорошо. Единственный вопрос по поводу света. Метеор на танке на 90 градусов или на 180? А мне заходить во тьму на вторую фазу или может? Сколько у нас хилов? А шторм у нас в Элеме? Че, мне брата, где у нас спекция? Шторм в Элеме стоит. Что я хилю, тьму или свет? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Наебал. Товарищи наличники, кстати, близко. Я, кстати, зубы так и не кинула.
Сейчас будут лезвия. На танке, на танке. Лок, выходи. Не встал, не встал. Нерезный. А, свет, стопните, стопните, свет. Нет. Или я выношу. Папа, ты с пожиранием стоишь уже давно. Провал взор. Ты вообще в курсе, кто сейчас находится в рейде? Ты уменьшаешь свои попадания в ОКХМ там и так далее. Да я как бы, ну, смотрел на ДПС и... Рогай, блядь, агро сорвать, ёбаный стыд. Ну, я тебя обгонял там намного, больше, чем на 1000. Я паролю, да, их. Все, всем спасибо. Всем удачи. Просто читер. На базу. Все куплено. ДК обогнал. Просто снова, да, этого ДК обогнался. Надо. У него есть эффект.
Вообще хотя бы для начала предупреждал. Нет, я и спрашиваю, Фисял предупреждал, нет. В Дискорде там нигде он ничего не писал. Тут, короче, Ника в одном со мной рейде с Выконью. Что там, кольцо кто берет? Нет. Я взял.